Каждый из нас стремится привлечь финансовое благополучие в свою жизнь. И хотя существует множество ритуалов, обрядов, практик, которые помогут достичь этой цели, все-таки некоторые предметы в вашем доме имеют особую силу и способность притягивать деньги, словно магнит. Давайте рассмотрим 5 таких предметов, которые могут стать вашими верными союзниками в достижении финансового успеха. Первым из них является красный конверт. Помните о том, что цвет красный ассоциируется у нас с вами с богатством и процветанием. Когда вы помещаете свои деньги в такой конверт и храните в специальном месте, то таким образом создается определенное энергетическое поле, которое способствует притоку денег. Но и помните о том, что об этом красном конверте мало кто должен знать. Следующим, друзья, предметом, который может принести деньги в дом, является фонтан или аквариум с бегущей водой. Вода считается символом богатства, и ее наличие в доме может усилить приток финансов. Кроме того, фонтан или аквариум с бегущей водой помогут создать гармонию и притянуть положительную энергию богатства в ваш дом. Напомните о том, что если вы используете дома фонтан, аквариум, ваша вода должна быть постоянно чистой. Следующим предметом, который поможет притянуть вам деньги, является монета именно золотого цвета. Еще можно назвать такую монету монетой счастья, особенно если вы возьмете собственноручно, проделаете отверстие в центре такой монеты и повесите на шнурок или цепочку. И кроме того, такая монета будет именно может быть вашей национальной валюте. И именно такая монета является символом богатства и изобилия и может служить вам о постоянном напоминании, например, вашей финансовой цели. Следующим предметом, который может привлечь деньги, является зеркало, потому что зеркало, оно привлекает достаток, благополучие. Но помните о том, что зеркало должно быть куплено именно вами, новое, не с рук, не бэушное, упакованное. И не забывайте как можно чаще проводить чистку такого зеркала. Поэтому разместите такое зеркало у себя в доме, и вы привлечете богатство и изобилие. Следующий предмет, который как магнит будет притягивать деньги, это кристалл пирита, или еще по-другому его называют как камень фу. Пирит называют также камнем богатства или камнем успеха. Дело в том, что именно он имеет способность укреплять финансовую энергию. Очень хорошо, если вы такой вот кристалл разместите у себя в доме, а лучше всего на вашем рабочем месте, для того, чтобы повысить приток богатства и удачи. Девочки и мальчики, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Ну а если вы раздумываете о том, как выразить нам свою благодарность, помните о донате. Это станет бесценным вкладом в развитие нашего канала. Любая сумма имеет значение, и ваша благодарность станет новым источником вдохновения для нас. Благодарность вы можете выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. А прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас, друзья. Выбирайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ.